Всех приветствую. Итак, ну что ж, давайте посмотрим, как отреагирует этот товарищ на Рея, которого он так долго искал. Я знаю, где сейчас Рей, но я так на него не нажимал. Ну, предположим. Так, у тебя тоже на него контракт? Ты про них знаешь, да? Все равно есть у меня такая бумажка. Все верно, у меня есть такая бумажка, и я намерен получить по ней награду. Ясно, ты уже ответил на мой вопрос. Рей, сукин ты сын, я уж думал, тебя давно в живых нет. Знаешь, я до сих пор удивляюсь. Опа-опа, вот и он, прямо как живой, стоит передо мной. Сдается мне, у нас теперь реально проблемы, а? Я по-прежнему хочу получить либо деньги за контракт, либо шкуру Рея. Так, ты будешь платить, или мне проще получить награду по контракту? А если заплатить? Так. Ты же не надеешься, Сереж, что я выпущу тебя отсюда живым, правда? Так, я заплачу за контракт. Честно? Дело твое, только я хочу всю награду полностью. 1000 осколков, точно как в бумажке сказано. Прости, ты слишком жадный, это плохая сделка. С моей точки зрения, очень уж неплохая, так что гони тыщенку. Отдай мне контракт, или я тебя убью. Ты что, ради этого придурка готов жизнью рисковать? Эй, я так-то за тебя дерусь, но неужели он решил помочь? Скажется на развитии сюжета опять. Бомбе своевольная. Это она? Что? Странно. Ну, предположим. Скажем, если бы он меньше денег попросил, мы, возможно, бы с ним договорились. Но что-то нет, не знаю. Опа, да ладно. Что, серьезно, они это сделали? Фак. Да ладно, серьезно, все-таки Альбы захватили. Охренеть. И причем они на меня сразу нападают. Жесть какая. Блин. Да. Подождите, ребята, не нападайте. Блин, а я с бомжом там хотел поговорить. Но это вообще жесть жестяная, конечно. И как давно они это провернули, интересно. Подождите, а у меня получается и квесты здесь провалились? А когда это у меня произошло? Так, какие у меня квесты здесь были? А. Вито, Фэнк, Гризу, Ясма. Торговцы все еще тут. Так, давайте знаете, как сделаем. Блин, ну все-таки зря я ей, конечно, бомбу дал. Блин, мне писали об этом в комментариях, что не надо ей давать бомбу. Блин, но я все-таки надеялся, что раз остальным я не стал помогать, то и здесь будет все окей. Блин, ну я, судя по всему, жестоко заблуждался. Как видите, за это поплатился очень неплохо. Так, может заплатить ему за контракт, что ли? Ну, 1000 с одной стороны. Карьерист нам дали ачивочку.
попробуем, значит, тогда по-другому туда зайти, потому что мне интересно, сколько эти персонажи действительно мертвы. Странно, что Альбы, конечно, нам подъехали. Всего лишь из-за одной бомбы, блин, кто бы мог подумать. Вот знал бы я еще тогда, там, хреново тучу серии назад, что вот так вот повернется. Ну, в любом случае, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, поэтому. Но как, я, конечно, знал наперед, что... если там отдаешь бомбу, то вот это может произойти. Но я думал, что там нужно еще и с передатчиками подмухлевать, и то, и это. Вот, то есть я не знал, что все-таки достаточно одного какого-то конкретного события для того, чтобы, ну, вот так вот произошло. Очень-очень жаль. Сейчас проверим, кто там выжил. Гризу и Ясма. А где они? Показано, что они здесь. Здесь их нету. А, Фэнк и Вита, это которые в этом, в лагере внизу водятся. Это же вроде они, да? Командор Альбов. Я, конечно, только высуну нос, меня сразу вообще на раз порешают. Ну тут парень, который был, тоже мертв, судя по всему. Блин, вот это меня, конечно, мощно напрягло. Как этот город Обесса назывался, нет? Обесса — это вообще территория. А, ну да, вот, избавить купольный город от изгоев. Попробуем пробежать тут, хотя бы посмотреть, разведать обстановку. Ёб, вашу мать, охренеть, вот тут сколько. Ну, тут мне нереально выжить. Просто жесть. Догонку мне кто-то стрельнул. Предположим, у меня есть еще старые сохранения, да, вон там. Давным-давно. Что мне это даст? У меня все еще в Обессе там жопа будет. Еще вспомнить, конечно, что я тогда делал. Блин, я бездомному денег давал, он был, типа, вкладывайся, все нормально будет. Подождите, вот купол есть тут еще. Ну-ка, я сейчас попробую тогда с этой девки немножко поссать в уши. Блин, вот тут еще жив. А ты мне что, кстати, скажешь? Я заплатил за броню, она готова? Ну, как сказать, возникли кое-какие проблемы, видишь ли, тут такое дело. Хватит отговорки, я хочу получить броню, за которую заплатил. Понимаешь, какая штука? Этим делом заинтересовался еще один человек, и он готов заплатить куда больше, чем ты. Так что ребята говорят, теперь цена выросла до 10 тысяч осколков. Но это же выгодное вложение, понимаешь? Иначе чего бы парень так заинтересовался? Отведи меня к своим друзьям, и мы разберемся. Ой, нет, они очень опасны, стоит мне туда сунуть нос, они меня прикончат. Со мной тебе ничего не грозит, отведи меня к ним. Ладно, я так понимаю, выбора у меня нет. Хорошо, пойдем. Ну хотя бы узнаем, к чему это все, весь этот кавардак был. Кому он нас отведет?
кто там такие спекулянты хитрые. Так, ну-ка остановись. Нет, он не останавливается, бежит. Я просто в журнал хотел заглянуть, какие у меня там эти... боевой дрон клириков. А, да, им же точно, я же роботов им тут прислал. Эй, кто еще такой? Я же говорил тебе никого не водить. А, ясно, можешь не объяснять. Ты привел с собой лоха, так? Он мне угрожал. Придурок, ну все, пошел вон, проваливай, попрошайка, мы сами разберемся. Знаешь, лучше бы ты просто заплатил, а теперь нам придется тебя прикончить и забрать деньги. Ну, его друзья стоят, интересно. Ой-ой-ой-ой-ой! Неужели он проснулся? О, другое дело. Вообще охренели. Так, а где третий? Где я третьего прикончил? У них даже никаких записок нету. Ну, пойдем сейчас поговорим с этим, с бомжом. Что он скажет нам в свое оправдание. Я помню, как я, когда вот давал ему деньги в одной серии, рассуждал, что вот, может, мы получим наконец какую-то броню, там даже какие-то параллели с готикой, соответственно, приводил. Ну, именно, ну, схожие ситуации, где там также можно было получить неплохую броню, еще не вступая ни в какую из фракций. Но вот тут, как видите, не удалось ни хрена. Ну все, нищий, ты огребаешь. Ага, по Абессе у меня остались задания только от имени Когтей. Ты, твою мать, если ты так драться умеешь, какого хрена ты нам деньги давал? Я никому ничего не давал и хочу вернуть свои осколки. Живо. Ладно, ладно, будут тебе твои осколки. Я просто хотел сказать, это они меня заставили тебя надуть, понимаешь? Мне плевать, отдавай осколки. Не могу, их у меня уже нет. Их забрал кровавый Бакстер, и больше ты их не увидишь. Никто на всем Маглан не знает, где его нычка. Его сам герцог Таварский найти не может. Так. Ты неплохо выманиваешь людей осколки, может, ты на меня поработаешь? А может, ты меня просто отпустишь, а я тебе больше трогать не буду? Ты мне только дай шанс начать все сначала, с чистого листа, новую жизнь. Ну ладно, проваливай, не буду об тебя марать руки. Ты прав, я того не стою, ты все правильно решил. Просто замечательно, ну да, Рейта рад. Так, вот это вот, в общем, зараза, Пейдж, она тут вот, собственно, всех делов и наделала. Блин, у нее уже нет этой взрывчатки. Фак. Ну, судя по всему... придется нам попрощаться с этим местом раз и навсегда.
очень-очень жаль. Прям очень-очень жаль. Talk, that's all he is. Надеюсь, у меня здесь не было никаких квестов уже, и я все выполнил. Ну, кроме когтей, что за густов. Ходи. Но это фак, конечно. Вот так вот лохануться. Блин, я им и роботов прислал, и вот и стражники теперь у них ходят. И все погибли. Просто пиздец. Пиздец. Так, ну предположим, а вот... это что за автосохранение у меня? Господи. Ну, у них час, даже 2 часа разницы. Я там за 2 часа квестов до жопы просто выполнил. Плюс со всякими препами ебался, там еще туда-сюда ходил. Ну, слишком много возни вообще, конечно. Просто важно понять, на каком этапе все сносят. Ну, то есть, когда становится все неконтролируемо плохо. Потому что у меня такое ощущение, когда мы сюда пришли, я посмотрел на купол, и все нормально было. То есть, у меня в тот момент не было ощущения, что, ну, я что-то закосячил. А тут мы приходим, и все. Все мертвы. Печально. В Абейсе что-то случилось, нужно обследовать местность. Да, что же действительно в Абейсе случилось? Да. Ну, видимо, судьба. Ладно, хоть у нас все квесты там выполнены. Не так жалко будет. Так, мы сейчас его еще раз быстро прикончим, да? Я знаю, где сейчас Рэй. Правда? Отлично, тогда колись. Ха. Для начала, сколько ты мне заплатишь? А, так ты его отыскал, отлично. Раз у тебя это вышло, значит и у меня получится, так что сделки не будет. Забудь, я сам его высажу. Ты ответил. Так, ага. Ага. Блин, ну так неудобно на спуске драться. Ладно, давайте тогда следующего персонажа завалим. Ну, здесь у нас все погибли, Найра там все вообще, к сожалению. Признаю, что в этом есть определенно моя вина. Уж больно я хотел всем помочь и пронес сраную бомбу в купольный город, и его теперь захватили. Как же бы мне подойти-то туда, чтобы не умереть на полшага? Да блин! Ну, понятно, без вариантов, короче, абсолютно. Попробуем мы тогда еще, знаете, куда сходить? Вот сюда. У лифта там еще один тусовался, тоже ждал Рэя. Вот, посмотрим, что он нам скажет. Так. Я знаю Рэя, зачем он тебе понадобился? Тьфу, всем он нужен, все его ищут. За его башку награда объявлена, ящик осколков. Эй, погоди-ка, Рэй, это ты, подлый выползень. Рэй, мать твою, ты в полном дерьме, ты в курсе? Я тоже рад тебя видеть, Мейсон. А это кто такой? Ты его новый пес-охранник, что ли? Гав. Смешно. Один вопрос, ты знаешь, сколько стоит его шкура? Так много осколков, что это уже не смешно. Так что у нас с тобой есть проблема. Might have a problem. Mm-hmm. Почему он стоит так дорого? Why is he worth so much? You don't know, так ты не знал, что за него награда обещана? Я думал, эти бумажки повсюду. Я думал, ты потому его и ищешь.
У тебя есть при этом такая бумага? Может и есть. Угу. А ты сам откуда его знаешь? Мы раньше друзьями были, в одной банде зависали. Как ты думаешь, насколько он это ценил? Да не насколько. Угу. Я бы выкупил у тебя эту бумажку и забудь про Рэя. Забывчивость стоит дорого. Может и в 200 осколков обойтись. Договорились, отдавай мне контракт. Отличная сделка. И больше не ищи Рэя. Кого? А почему холодность повышена? Вы что, меня склоняете к тому, что его лучше убить? Жесть какая. Казалось бы, хочу сохранить жизнь человеку, и игра не поощряет этого. И холодность снижена. И Рэй не одобряет это. Интересно, а Рэй тоже не одобрял, когда этого чувака убил? Похоже, ты прославился по всему побережью Товара. У него тоже при себе был контракт. По крайней мере, хоть один удалось вернуть. Кажется, за мной в погоню направили всю банду. Мы до сих пор не собрали все контракты. Угу. Да, будем надеяться, нам удастся найти их все, пока кто-то меня не прикончит за награду. Угу. Ого. Так, у Мейсона был при себе контракт. Похоже, за тобой гоняется вся твоя прежняя банда. Но почему кто-то счел меня настолько важной персоной? Мы до сих пор не собрали все контракты. Да, будем надеяться, нам удастся найти всех, кто хочет меня прикончить за награду. Ну, ты не слишком стараешься скрываться для человека в бегах. Угу, в этом лагере психов тоже про то же самое говорили. Что за лагерь психов? Да, ну такое поселение между Абессой и Эданом для, ну... Там кого только нет. Берсерки, изгои, бродяги, люди, которые пытались сбежать от Альбов. Тебе стоит с ними поговорить. Они такие же потерянные, как и ты. Застряли в прошлом, пытаются понять, как кем хотят стать. Впрочем, это описание ко всем нам подходит. Вот меня, к примеру, пытались прикончить, не пойми кто. Угу. Понятно, хорошо дрался. Смелый был человек. Мы до сих пор не собрали все контракты. Да, будем надеяться, нам удастся найти их все, пока меня не прикончили за награду. А что насчет Джексона, твоего бывшего босса? Ты знаешь, где он может быть? Джексон занимался тем же, чем и прежде, возглавляет банду разбойников, но он совсем охренел. Теперь его банда вообще краев не видит, грабят всех подряд, убивают. Они такими раньше не были, надо найти его раньше, чем он отыщет меня. Где он? Они все в розыске, поэтому банда подолгу на одном месте не задерживается. Насколько я знаю, он вроде бы скрывался в восточной Абессе у дамбы. Если Джексон в бегах, стоит ли о нем беспокоиться? У него по-прежнему контракт на мою голову, надо изъять его из обращения. Джексон мозг. Ну давай найдем Джексона. Джексон опасен. Если мы его найдем, возможно, он меня прикончит. Может, не стоит зря нарываться? Тебе решать. Оставить все как есть, и пусть он сам меня ищет, или найти его раньше. Паршивый выбор. Драка будет серьезная. Лагерь Джексона где-то поблизости. Это будет нелегкий бой. А, ты меня сразу туда хочешь привезти? Нифига себе. Твою мать, это нора Джексона. Джексон, он точно здесь.
Можешь остаться тут, с Джексоном поговорю я. Ага, можно, но нет, я должен пойти. Пусть он мне в глаза посмотрит, а я ему посмотрю. Вот, ну вот и его нора, пошли. А что твой брат, он нам не поможет? Сейчас Том... Давай считать, что его нет поблизости. Можешь рассказать подробнее? Слишком сложно, но, может, когда-нибудь расскажу. Так, я не записал, какое мы задание выполнили, когда Мейсона завалили. А, Мейсон разумный. Да. Возникает тогда вопрос, как только мы завершим этот квест, завершатся ли другие? Ну, то есть, если исчезнут, исчезнут ли персонажи, которые вот ищут Рея? А то нам их еще 6 надо посетить. Путешественник, добро пожаловать. Иди сюда, отдохни у огня, поделись новостями. Что это за место? Тут добывают минералы? Ну, в широком смысле слова можно сказать и так, друг мой. В очень широком смысле. Ты тут самый главный? Лидеры, вожди, кто главный над всеми? Это всегда так сложно, согласись. Ты ищешь что-то конкретное в этих диких землях? Смотри-ка, кто у нас тут? Блудный сын вернулся. Ты явился сюда, потому что ты такой смелый или такой дурной? Что я могу сказать? Ностальгия замучила. После всего, что ты натворил, говнюк? Эй, вы двое, уймитесь. Нет, раз уж ты в это встрял, теперь давай разбираться. А, то есть ты мне, Рэй, помочь не хочешь совершенно. Ты, конечно, красавец, что ты такой пацифист, это абсолютно да. Ой. Фига, X2 просто вообще сходу. Это я кастанул, конечно. Так, ну здесь же 2 трупа было. Джексон, мозг выполнен. А, нет, смотрите, 5 из 10 контрактов. Такое ощущение, что их было больше. Здесь 2. А, вот еще один. Изящная чашка. Рецепт. Прилив сил. Так, ну давайте, может, тогда поищем тех, кто охотится на него. Раз уж у нас пошли такие пляски. Северная... Территория компании Северная Бесса. А, это подсказки у меня. Но нам от них не холодно, не жарко пока что. Во, да. За голову изгоя. А, это мы здесь находимся. А где остальные, неизвестно. То есть надо ходить, искать. Я не помню, был ли кто-то у форта. Но вообще логично, что, по сути, у каждого большого населенного пункта должен его кто-то искать. Ну, как мне кажется, так, типа, было бы правильнее.
Давайте проверим, кстати, как дела на маленькой ферме. Я надеюсь, что там всех хоть и Альбы не поубивали. Нет, вот люди живые. Why did you wake me up? И он как-то абсолютно не запаривается. Ну, его дело, молодец. Можно, конечно, с помощью прохождения поискать. Я вообще удивляюсь, где мы 5 убили. Мы сейчас убили троих. Мы убили Бомби, Джексона и Мейсона. А где до этого мы остальных нашли? Вот это как бы, ну, интересный вопрос, конечно. Как так получилось? Так что давайте-ка мы подгугланем прям вообще слегка-слегка. Так. За голову изгоя. Эликс за голову изгоя. Смотрим. Так, за голову изгоя на Playground есть. На Mail Games. Ну, на Playground, скорее всего, там кто-то задал вопрос, типа, как найти все такие хз, хз, хз. Я нашел там на дороге, в дороге там где-то там. Обычно, ну, на плейграунде задают вопросы и на них как-то несуразно отвечают абсолютно, вот что было, что не было. Чё-чё-чё пишут про баг? Квест за голову изгоя. Первый контакт — это Лео Храбрый. Пришли, убили, и все на этом квест застывает. С Рэем говорила, что дальше фиг знает. Рэй ничего про контакты не говорит, да и... А, ну, что-то да, видимо, ребятам не повезло. А, нифига, тут пишут, что 5 контрактов аж у одного человека находятся. Представляете? Его зовут Вальтер. Сейчас мы его найдем. Эту скотинку мы найдем и замочим. Тут есть карта, но я не совсем понимаю, что это за место. Не очень, конечно, написали. Так, там здание есть, судя по картинке. Блин, ничего, проверять сейчас везде, где здание есть, худо-бедно. Сересли. Так, ну там телепорт, значит, нужно смотреть около телепортов. То есть телепорт и здание. А, это зеленое еще все. Значит, это нужно смотреть в здание. Это не здесь. Лагерь в центре. Дамба. Ну, по карте здесь зелено. Или это серое все, они имеют в виду. Нет, зеленые тут все. Его могут убить, тогда не получится взять квест «Клирик в бегах». У меня на него нап... Его могут убить, тогда не получится взять квест «Клирик в бегах». У меня на него нападали сразу 3 потрошителя, я еле успел его спасти. Блин, а как же он его нашел? Я просто вот смотрю на карту и не совсем понимаю, где это. Там телепорт есть, есть немного воды вокруг. И это где-то в Идане. Блять. Нет, это не похоже. Координат-то никаких нету, как назло. Так, это не то место. Это тоже не то. Тоже не то. Тоже не то. Да что ж ты делать-то будешь? У меня что-то вообще мысли нет, что это может быть. Я вот смотрю карту и не вижу похожих мест.
Так, ну раз это клирик в бегах, может где-то здесь стоит посмотреть. Может, у меня его уже убили? Не, ну серьезно, я просто даже не понимаю вообще, где это находится. Написали бы, как телепорт называется, я бы вот так вот поводил бы такой. Ага, ага, поводил бы. Че, территория компании центральная, беса. А, преобразователь. Хм. Ну, то есть, в теории я могу найти просто вот это вот. Это очень, очень ебно как-то выглядит. Чувак оставил комментарий. Блять. Ну где это искать вообще просто вот. Непросы, непонятно. А, я тут на карте вижу, что там лава есть. Значит, это все-таки вот, вот здесь где-то. В других местах лавы нету. Лава и жилой массив. Нет, это не то место. Так. Это тоже не то. Вот! Кратер называется. Нам в кратер нужно. Сейчас мы его там найдем. Все, нашел. Разобрались, где это находится. Мы пытаемся его спасти. Чаще всего в этих развалинах ничего полезного. Я... Ладно, не важно. Ну, он вот так какую-то ерунду нам говорит. Первые там два его предложения еще были там потенциально интересными, но опять же. О, помолиться и сделать пожертвование. А, мы уже молились на этом алтаре. Так, значит, где-то здесь мы должны найти еще телепорт, и рядом с ним нужно искать этого клирика. И шакалов, которые его могут, возможно, убить. Че, подраться хочешь? Ну давай, ты не сложный. Так, и вот где-то здесь он на дороге должен быть. Так, это у нас кто? Камнешип, который у нас сейчас не показывается с смертельной опасностью. I'll do it. Так, ну похоже, мне пора помогать. Так, а он не падает. Так, секунду, телефон отключу. Вот, все, поехали. Хотя нет, он падает, но вообще не надолго. Бей, 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 пока он лежит. Ah!
Сейчас мы его запинаем в этом углу. Да, столько возни за 90 опыта. Мы на бандитах 500 опыта просто вообще ни за что получили. О, вяленое мясо. Круто. О. Вопельник. Лежать. Ой, почему ты не упал? Блять, это еще кто? Со спины скотина. Ах, зараза. Так, ну раз тут эта зараза водится, значит где-то и мутанты должны быть. Поблизости, мне так кажется. Так, ну ради этого мусора я тут ходить по этим домам не буду. Я с этих развалин кое-что полезного притаскивал. Нам нужно что-то, видимо, зайти в них. Ага, вот и мутант. So, that creature's down to me, is it? Телепорт вижу. Ой-ой-ой, там эти пауки ползают, с ними я вообще связываться не хочу. We shouldn't spend the night in these ruins. My little brother and I stayed in a house like this once. There was a leak from one of the hoses, and the whole place caught fire. We were lucky to get out of there alive. Говорит, не стоит здесь, короче, ночевать. Они кое-как с братишкой отсюда выбрались. Мертвый клирик. Еще один. Эликсир. Ой, еще изгои мертвые. Так, я забрал контракт у Джексона. Значит, и он на меня охотился. Я не удивлен. Из всей нашей банды Джексон был самой большой сукой. Мы до сих пор не собрали все контракты. Да, будем надеяться, что нам удастся найти их все. Пока что меня не прикончили за награду. Больше тебе не о чем волноваться о Джексоне, но если у него был при себе контракт, значит, не он за всем этим стоит. Мы по-прежнему не знаем, кто тебя заказал. Если это Джексон, который сам взял контакт, тогда я понять не имею, кто это. Не надо во всем разобраться, я скажу, если выясню что-то новое. Идет? Ага.
Hey, that was great. Потерянная записка. Сейчас прочтем. Возвращаю все, что у тебя купил. Теперь за тобой должок за мою щедрость. Даже не вздумай соваться снова сюда с этим бесполезным дерьмом. Мусорный барон. Святилище. Наши братья и сестры упорно трудятся, и мы должны поддерживать их. Многие храмы Калаана в печальном состоянии. Храмы придают нам силы в наших молитвах, и наш долг заботиться о них. Вам поручено посмотреть все храмы и произвести ремонт по необходимости, да хранит вас Калаан. Ага. Интересно. А, вон он сидит, смотрите-ка. Нашелся. Телепорт-кратер здесь находится. Что? Нет, кто ты? Что тебе здесь нужно? Именно об этом я и хотел тебя спросить. А, я просто мимо проходил. О, нет, он нашел меня. Послушай, мне просто нужно идти. Клирик в бегах. Похоже, у него есть дела поважнее, чем болтать со мной. Эй, смотри, он собирается сбежать. Пожалуй, нужно пойти за ним. Посмотрим, куда он поползет. И такая музыка эпичная началась, будто у нас погоня. С перестрелками, с перекатами. Не знаю, с битвами там, с чем еще может быть невероятно эпичная погоня. Все, эпичность закончилась, музыка прекратилась. Жаль, жаль. Какое-то место, и тут много крови. О, мне надо его еще из виду бы не потерять. Пока бегу тут за ним. Да, у меня тут дела, ага. Машина выглядит неплохо, даже колеса не сдулись, нифига себе. По пути еще залутовать немного успел. Так, надо его догонять, 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 догонять. Нам все еще ни одного монстра не встретилось. Не знаю, даже радоваться или что. Что-то ни хрена мне не нравится это место, говорит Рэй. Бежал, значит, да? Ой, я хочу сейф залутовать. Блин, он глюкнул, сука. Глючный сейф опять, а? Блин, я взлом не нажал.
не работает, вообще нет. Еще раз. Хм, нифига, успел. Кружки и чашки, ну просто божественно. Амулет охраны. Ну, у меня вроде есть, конечно, такой. О, вяленое мясо. Так это твое укрытие. Если я просто буду тебя игнорировать, ты уйдешь? Можешь открыть глаза и пожелать, чтобы я пропал, но я все равно окажусь здесь, когда ты их откроешь. Вот черт. Два косаря опыта, ни хрена себе. Вот это щедрость. Так это ты объявил награду за голову Рэя и отправил за ним тех охотников за головами? Слушай, я могу дать тебе осколков, просто оставь меня в покое. Ты же меня в покое не оставил, мне пришлось жить в страхе за свою жизнь, сволочь ты говнистая. Скажи, что мне надо сделать, чтобы он от меня отвязался. Для начала расскажи, зачем ты назначил награду. Ты работаешь на этого сукина сына? Спросил бы у него, почему я так поступил. Ладно, может быть и спрошу. Так. Я не могу оставить тебя в живых, ведь ты немедленно пошлешь кого-нибудь за моей головой. Ублюдки, чтоб вы сгнили в аду. Рэй восхищается вами. Странно, и нам что, надо убить его? Он даже не сопротивляется. А если сказать, ты заплатишь за то, что назначил награду? О нет, пожалуйста, я отдам все осколки, что у меня есть. А, когда ты объявил награду за голову Рэя, ты себя так не вел. Ублюдки, чтоб вы сгнили в аду. И начинается по новой. Ну к чему эта эпичная музыка, вот непонятно. Хочешь выкупить свою свободу? Да, вот забирай, можешь забрать все. Давай остальные контракты, и мы забудем об этом. Правда? Ладно, вот, забирай. Что, ты его отпускаешь? Ха. Так, за голову изгоя выполнено. И музыка наконец-то закончилась. Yes. Да, и ты соглашаешься с моим решением. Хм, что значит именем В? Тоже сразу выполнено. Это все? Да, больше у меня нет, честно. Если я вижу хотя бы один, я вернусь и сдеру с тебя кожу. Это все? Честное слово. Было 10, 5 я отдал, остались вот эти. Ты получил, что хотел, теперь оставь меня в покое. Эй, слушай, я на это не подписывался. Он хотел меня убить, он пытался меня укокошить. Разве я могу быть в безопасности, если он еще жив? Если хочешь, чтобы он умер, разберись с ним. Даже не сомневайся, этот ублюдок сам нарвался. Блин. Так, ну давай остальные контракты. Ага. И при этом Рэй уважает вас. Ну ладно. Угу. Так, ну я принял решение, Вальтер умрет. Ладно, ладно, пусть будет по-твоему, но помни, этот говнюк разместил на меня контракт. Несколько контрактов, он хотел меня убить. Можешь себе представить, как я зол?
Иногда ты слишком мягок, ты же в курсе, да? Контракты на Рэя, 5 страниц из 10. То есть еще 5 уже где-то ходят. Но мы, в принципе, все выполнили, полностью завершили это задание. Вот. А, подождите, да. Стоп. За пригоршню осколков. То есть мы какие-то еще не нашли? Странно. Ну, маркер есть. Yes. Похоже, за этим действительно стоял Вальтер. У него была целая пачка контрактов. Целая пачка, хочешь сказать, он послал за мной других изгоев, а не только банду Джексона. Больше тебя никто не преследовал, кроме Ваята, никто ничего не знает. Также в конторе что-то говорилось про полночи городские ворота. В контракте про полночи городские ворота. И что? Ваят встретился там с тем, кто скажет, что выполнил заказ в указанном месте со стенами форта. Твою мать, ну да, теперь все понятно. Ага. А, что ты такого сделал, чтобы Вальтер тебя заказал? Ничего, искал всяких вам, как вдруг заметил неподалеку от форта боевого бегемота. Он был ранен, приполз туда помирать. Эти твари очень мясистые, я уже заканчивал его разделывать, как вдруг появились какие-то клирики, которые тоже мясо хотели. Мы могли бы поделиться, но им хотелось получить все целиком. Они стали в меня палить, я сбежал, но сперва начинил бегемота взрывчаткой. Уцелел только один, остальные погибли. Я так думаю, это и был Вальтер. Наверное, поэтому он так зол. Я рассказывал знакомым Форте, что со мной случилось. Видимо, он кому-то приплатил и выяснил, кто я такой. А потом он меня заказал. И его план почти сработал. Угу. Все контракты собраны. Ты спас мне жизнь, вот ведь. Был просто случайный знакомый, а потом взял и спас. Боже, бывает же такое. Человек, которого ты ограбил и бросил на верную смерть. Да, странная штука жизнь, скажи. Но чего только не бывает, ты помог мне заработать, теперь это тебе. Откуда ты это взял? Да знаешь, как бывает, Эликс сам под руку подворачивается, не морочь себе голову. И еще раз спасибо. Друг, да, я серьезно, друг. Выполнено за пригоршню осколков. Ну вот и все. Завершили мы полностью эту квестовую цепочку за Рэя. Дальше у нас будет за Альба. Видимо. Так, на службе у маньяка. Ну, мы, кстати, вот эту еще можем бадабуму поделать. Механик Харли хочет доставить разбитый глайдер. Вот это можем за исток поделать. Компания отомщения. Мы, кстати, да, давно из основной компании вообще ничего не делали. Так что, в принципе, у нас хватает. За товар мы, да, считайте, должны сделать бадабуму и должны сделать технический прорыв, например, да. То есть у нас как минимум есть чем себя занять. Но, ладно, на этом мы закончим и в следующей серии продолжим. Всем пока.